какими-то фантазиями о такой любви страстной, трагической, с пистолетом, с поэтами. И, в общем, наполнены такими романтическими, романтическим вздором. Но жизнь другая. И вместо этих романтических изысканий женщина часто ожидает не что иное, как малобюджетная любовь. А ты не мешаешь меня, и то не в лучших положениях. Такая женщина, как я, достойна минимум матраса, достойна принца и коня, и хватит ухмыля. We'll be right back.